Пурим, Пурим, веселый Пурим, 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 веселый Пурим. Это авантюра, уважаемый Шишбацар. Идти в Иерусалим на развалины храма. Зачем? Неужели вам плохо живется в этом славном городе Сузы? Нас не притесняют. Разрешили синагоги. Мы работаем на важных правительственных должностях. Зачем бросать все? Ради камней и разрушенных стен? Я не согласен с вами, уважаемый Мордехай. Вы только послушайте. Был издан указ самим царем персидским. Царем персидским. Киром. Киром. Смотрите. Так говорит царь Кир персидский. Все царства земли дал мне Господь Бог Небесный. Он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме. Что в Иудее? В Иудее. Кто есть из вас, из всего его народа, да будет Бог его с ним. Почитайте. Кто есть из вас, из всего народа его, да будет Бог его с ним, и пусть он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа, Бога Израилева, того Бога, который в Иерусалиме. Надо идти. Это авантюра. Сегодня они разрешат, а завтра запретят. Вы будете строить, а они вновь все разрушат. Нам нужно смириться и жить, как все нормальные люди. Но Господь Бог, который говорит нам через пророков, обещал вернуть нас в землю обетованную. Обещал. Земля обетованная заросла крапивой. А по развалинам храма бегают лисы. А от былого величия нашего народа остались только воспоминания. Я был еще ребенком, когда халдеи разрушили Иерусалим. Я был совсем юн, но я помню, сколько евреев погибло тогда. И я не хочу, чтобы это повторилось снова. Мы все равно пойдем, чтобы исполнить волю нашего Бога. Я тоже хочу исполнить его волю и сохранить то малое, что осталось от народа Израиля. Но каким образом быть такими, как вот эти персы, которые придумывают всякие разные праздники, непонятные обычаи? Каким образом? Все просто. Мы отдельно, и они отдельно. Мы не указываем, как им жить, и они не трогают нас. Не узнаю вас, уважаемый Мордехай. Да, что с вами случилось? Раньше вы так любили наш народ. Вы слишком юны, чтобы меня понять. Идите и делайте, что хотите, но не трогайте нас, кто не разделяет ваших идеалов. Да поможет вам Бог. Рахиль, веди себя культурно, ты не на перу опошвыроша. Мама, ну сколько раз я вам говорила, ваши местечковые хохмы неуместны. Меня зовут Рошни, понимаете? И что это за глупости? Фи, Рахиль. Запомни, твоя мама – это я. И ты для меня будешь всегда Рахиль, а не тьфу там себе Рошни. Правильно, Гадаса? Правильно, тетя. Мама, она какая Гадаса? Ее зовут Эстер, в честь богини Иштар. Или ты забыла, что говорит папа? Папа. Папа. Папа? Папа. Папа много что говорит, только не всегда по делу. Если бы я слушала бы твоего папу, то ты бы одни бы финики кушала, а не курочку. Что захотелось фиников тебе? Так что молчи. Гадаса моя племянница, и я знаю, как ее зовут. Гадаса моя племянница, и я знаю, как ее зовут.
Если ты себя будешь так вести, то я расскажу, что ты с мальчишками лазила в храм Иштар и воровала там фрукты. Я беду, мама, ну скажи! Дети, успокойтесь! Скоро придет дядя Мордыхай, и мы будем обедать. А пока мы почитаем прессу. Ой, что-то я вообще стала плохо видеть. Доченька, Рахиль, почитай маме газету. Мама, я же просила не называть меня этим именем. Я Рошни, Рошни, я не Рахиль, я не еврейка, поняла? Она не еврейка. Ой, куда же мы катимся, Гадаса, дорогая моя, почитай тете газету. Новости из Эрбежа. Иерусалим. Строители положили основание храма Богу Израиля и поставили священников в облачение их с трубами и левитов, сыновей Асавовых с кимбалами, чтобы славить Господа по уставу Давида, царя Израиля. Так это же наш Ишбацарчик! Вот таки молодец! Храм строят, в Иерусалиме живут, Богу поклоняются! Не то что мы. Новости Персии. О. Срочная новость. Царица Асти не будет ходить перед лицо царя Артаксеркса, а царское достоинство царь передаст другой, который лучше ее. Что там она натворила уже? Что там происходит? Что, царский борщ пересолила? Да нет, тетя. Она отказалась выйти танцевать перед царями гостя на царском перу. Об этом все сузы говорят. Так правильно она сделала. Она же царица. И я не должна танцевать перед пьяными мужиками. А царь-то совсем мальчишка. Вот его советники, которым царица мешала и подстроила это. А слово царя закон? Вот именно, что слово царя закон. Там дядя Мордыхай пришел. Ты иди открой, пожалуйста. Что за времена пошли? Дети непослушные. Царицу этой страны выкинули. И как следует седер на Песах в нормальном доме не отпразднуешь. Скажите мне, пожалуйста, где в этих сузах можно купить настоящую человеческую мацу? Салям алейкум, Голда. Мордыхай, ты не на работе. Ой, извини, дорогая. Шалом, Голда. А где бегает наша Рошни? Твоя дочь Рахиль. Бегает с мальчишками на улице. Так пусть бегает. Ей же жить в этом обществе. Вот именно, что жить в этом обществе. И мне не нравится, что она перестала ходить в синагогу, читать Тору, и непонятно с кем и с чем она бегает. Ай, не будь сурова к девочке, Голда. Пускай бегает, пока молодая. Эстер! Слушаю, дядя. Я записал тебя на конкурсу подготовку к конкурсу красоты принцесса Персии. Это куда ты ее записал? Я что-то не совсем улавливаю твоих действий, Мордыхай. Наша Гадаса не будет участвовать вот в этих конкурсах красоты. Успокойся, Голда. Ей это пригодится в жизни. Конкурс она все равно не выиграет. А вот связи у нее появятся. А связи в нашей жизни много чего значат. Он уже об этом подумал. Ты бы лучше бы Шишбацаром храм пошел бы строить, и то бы толку было. Не произноси больше этого имени в моем доме, Голда! Дядя, давайте лучше пойдем кушать. Идем, я тебя накормлю. Я здесь, Голда. Что случилось? Папа, ты будешь долго смеяться. Ты вот прочитай, что опять написали в этих идиотах о хронотах. Что в этих идиотах может быть написано? Так,
грузовые перевозки на лучших папирусных лодках по Нилу, Тигру и Фрату? Грузовые перевозки Рамзес и Фараон. Не играйся, положи на место. Что же тут смешного? Папа, ниже, там, где написано, вот, светские новости, Золушка и Шишан, фотография. А, вот, вижу. Светские новости. Победительница конкурса «Принцесса Персии» стала Эстер и Шашаны. Главный приз конкурса – романтический обед с несравненным Ахашвирошем. Царь Персии с первого взгляда влюбился в победительницу конкурса. Скоро свадьба. Ведь это племянница дяди Мордыхая. Вот это любовь. Поверь мне, доченька, к добру это не приведет. Вся эта любовь, морковь. Да и работы по строительству храма приостановили. Вот взрослые во всем видят подвох. А ведь как романтично. Еврейская девушка и персидский царь. Чует мое сердце, это не к добру. Для тебя все не к добру. О, записывай. Трактат о том, как полезно врать. Говорите, уважаемая мама, о вершина красноречия. Моя сила заточен и готов ловить из глубины сказанных слов и жемчужины мудрости для будущих потомков. Ты хоть сам понял, что сказал? Нет. О, ладно. Трактат о том, как полезно врать. Полезно врать. Ложь, направленная в правильном положении, весьма полезна. А, простите, а в каком направлении она полезна? В правильном. А, правильно. Ну, то есть в правильном против наших врагов. Против наших врагов? Врать надо так, чтобы в это сразу все поверили. Чем нелепее ложь, тем легче поверить, что это ложь. Что это ложь. Записал. Так, что ты тут вообще понаписывал почерк? Правда, ну, давайте будем честными. Правда, она же неприятна. Дети они маленькие, непослушные. Жены они, ну, просто сварливые. Начальник на службе дурак. Начальник на службе дурак. Записал. Дурак? Дурак? Это вычеркни. Ну, чтобы изменить обстоятельства, ну, нужно работать над характером, нужно что-то там учиться и еще раз учиться. Учиться и еще раз учиться, я все понял, записал. Записали, да. Ну, вот вы понимаете, ну, скажите вот честно, давайте посмотрим, зачем людям знать правду? Ну, зачем людям знать, сколько мы тратим наших денег? То есть, понимаете, мы уже будем плохо жить. То есть, чиновники – лучшие люди этого общества. То есть, ты это записал? Да, нам, чиновникам, а шо? Вычеркни! Ну, хорошо, но это же правда. Мы же как же же. Ну да, 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 ладно. Дали мне этих. Мы должны найти виноватого. Пусть это будут люди, пришедшие откуда-то непонятно. Ну, не наши. Ну, чтобы не было жалко потом. Потом, ну, они должны, вообще их обычаи должны отличаться от наших обычаев. И да, и вообще они должны быть пришельцами извне, все. Записал. Пришельцами извне. Есть такое. Извне. Что это вы мне тут прислали? Так... Так, на месте городского, так, построить рынок, вот так надо. Дома снести и всех вон. Аман министр. А, это документ на подпись. А деньги зачем? Это деньги. Это стимул для хорошего труда. Вы хотите дать мне взятку? Он это называет взяткой. Не позорьтесь.
Это просто стимул для... Вот это подарок хорошему человеку, вот от хорошего человека. Я не подпишу эту бумагу. Вы хотите разрушить квартал и забрать земли у ремесленников? Но это полезно нашему городу. А что же будет с людьми, которые там живут и работают? Какие люди? Простолюдины, ремесленники, погонщики на верблюдах. Подписывайте документы. Я не подпишу эту бумагу. И заберите ваши деньги. Кто это? Кто это? Кто? Это ж Мордыхай. Мордыхай? Еврей. Ну? Мордыхай, еврей. Ну, Мордыхай, погоди. Так, иди отсюда, ва. Что ты встал? Хорошо. Тоже. А деньги где? Где деньги? Вы деньги не видели? Что за народ, деньги нельзя оставить, а? Благословен Господь, Царь Вселенной, дающий нам хлеб и дающий нам воду. Благослови, Господь, народ Израиля и там, в Персии. Ты закончил? Да, дочка. Что случилось? Папа, ты будешь долго смеяться. Дина, дважды хохма, уже не хохма. Что случилось? Папа, ты прочитай. Тут опять в идиотах написали, только уже про дядю Мордыхая. Опять 25, да еще и Мордыхай. Ну, хорошо там написали, кстати. Так. Вот тут. Угу. Написано от имени царя Ахашвероша. Ага. Вот, криминальная хроника. Интересно. Недавно в Шашане силами царского чиновника Мордыхая был раскрыт преступный заговор. Это хорошо. Заговорщики хотели убить царя и устроить в Персии революцию. Это плохо. Преступники задержаны и обезврежены. Слава Аману! А что такое Аман? Не обращай внимания! Это новый любимец царя Ахашвероша. Да, понятно. Помяни мое слово. Это добром не закончится. Папа, да что вы такое говорите? Ведь как романтично! Аман, читал я ваш трактат. Как полезно врать. Забавно. Но вот вопрос. Что если кто-нибудь прочтет этот труд и начнет использовать это против нашего величества? А, но ведь вы обратили, ваше величество, внимание на формуляр вверху документа. Совершенно секретно. Только для служебного пользования. Такие документы просто так читать никому и не даем. Ну а может говорить людям правду? Ведь правда облагораживает человека и делает правителя мудрым. А, конечно, конечно, ваше величество. Правда, как лекарство, слишком много вредно для здоровья. Ну скажите, ну зачем им всем знать, сколько у вас денег? Сколько вы их тратите? Ну вы понимаете, ну же не захотят вам помочь. А ведь были же у нас недавно заговорщики. Кто они там? Свобода, равенство, вперед! Ну, где-то они были правы. Что вы такое говорите, мой министр прессы и информации? Разве бунтовщики могут быть правы? Вот видите, вы правы. И ваша правда должна быть единственной правдой вот для всех нас. Потому что ваша правда правдивее всей правды. Понимаете, ваше величество? И вот получается, у меня проблема тут получилась, а я не знаю, как ее решить. Поможете мне, наиглупейшему из ваших слуг? Конечно, конечно, министр. Только давайте поторопимся. Я с Эстер собираюсь зависнуть в висячих садах Семириады, поиграть в бадминтон. В чем проблема? В чем проблема? Я слушаю. Один народ среди ваших народов. И законов царя они не выполняют. И живут как хотят.
И, ну, мы, конечно, им разрешили так жить, вы же великий царь. Но на самом деле они бунтовщики и смутьяны. Они купили всех судей. Они проникли во все сферы власти. Они развращают нашу молодежь верой в этого изуверского бога, который заставил убить младенца в Египте. А еще они убили моего дядю, прапрадедушку Амалика. Хороший был дяденька, потому что им так Бог сказал. Что вы такое говорите? Да разве возможно такое в моем государстве? Конечно, возможно, это правда. Только ее скрывают. Она спрятана, завуалирована. И вы знаете, они не остановятся ни перед чем. Даже перед тем, чтобы свергнуть Пастрона. Если это правда, то что-то надо делать. Конечно, правда. Да. Эстерос не заждалась? Да. Вы снова правы, министр. Ну что же делать? Да, конечно. Если вы раскрыли эту правду... Да-да-да-да-да-да! О! Так я вам дам решить этот вопрос. Так, как посчитаете нужным. Значит... Вот мое кольцо для печати. А я бегу-бегу, Эстер заждалась молодежь, меня. Конечно. Дина, дочка, где ты? Папа, я тут. Что случилось? Собирай вещи, мы уезжаем. Что случилось? Я тебе все надо объяснять. На, читай, будем смеяться сейчас. Только вслух читай, чтобы я тоже посмеялся. Написано от имени царя Ахашвероша министром Аманом Вагиянином. Убить, погубить и истребить всех иудеев? Смешно, да? Нет. Малого и старого, детей и женщин в один день, в 13-й день 12-го месяца. То есть месяц Адара. Имение их разграбить, список с указа отдать в каждую область, как закон объявленный для всех народов, чтобы они были готовы к этому дню? Вот, что я тебе говорил, что не кончится это все, это романтика хорошим хэппи-эндом. Нет. И вот этот вот Мордехай, который говорил, что мы должны быть как персы, и тогда нас не будут гнать, только потому что мы евреи. Почему? Да потому что, доченька, мы народ, избранный Богом. И наше главное призвание в том, говорить миру о том, что все остальные боги – это идолы. И есть только один Бог – Авраама, Исхака и Иакова. Мы призваны быть свидетелями этому миру. А ты представь, если светильник перестанет светить, соль потеряет свой вкус, что тогда будет? Поэтому собирай вещи, мы уезжаем. К дяде Мордехаю? Вы ведь с ним поссорились. Да, к дяде Мордехаю. Ведь мы один народ, и Бог у нас один. Страдания одного еврея, горе всего народа. Поехали. Дядя будет просить меня, чтобы я помогла нашему народу спастись от уничтожения. Но что я могу? Я люблю своего мужа, но он слабый политик. Его придворные управляют страной, как они хотят. Гадаса! Дядя, ты назвал меня Гадасой? Не Эстер, но почему? Потому что ты еврейка. И став персидской царицей, остаешься еврейкой. Я хотел, чтобы ты не чувствовала себя одной из народа пленников. Я верил в прогресс и всегда мечтал о том дне, когда просвещенный персидский народ примет нас, евреев, как братьев. Но я ошибался. Все, чем я жил, все, о чем мечтал, разрушено. Евреи никогда не смогут быть такими, как все. Играть по правилам языческих богов.
Евреи – свидетели живого Бога. И Бог не допустит, чтобы его дети были украдены у него. Я знаю, чем ты будешь просить меня. Нет, я не буду просить тебя. Ты сама должна понять это. Я знаю лишь только одно, что даже когда мы оставили Бога, Бог не оставил своих детей. Иди к царю, но не потому, что я просил тебя, а потому, что ты сама хочешь этого, как дочь своего народа. Хорошо, дядя, я пойду. А ты и весь народ наш молитесь и поститесь за меня, чтобы найти благоволение в глазах царя и в сердце мужа. Иди, Гадас. Мордехай, Мордехай, ты посмотри, ты видел, кто к нам приехал? Ты только посмотри! Шишбацар! Прости меня, брат! Ничего, брат, я всегда помнил о тебе и еврейском народе и молился о вас в храме. Это твоя дочка? Да, это наша дочь Рошни. Меня зовут Рахиль. Жив Господь! И я дочь Мордехая, еврея. Очень приятно. Радость-то какая, Шишбацар! От всего плохого, от чего Господь нас избавил. Спасибо тебе, Бог наш. Ну, проходите в дом наш. А это твоя дочь Дина? Да. Какая большая выросла, красавица! Идем, Шишбацар. У нас есть о чем поговорить и о чем просить в молитве Всевышнего. Да, ты прав. Идем, Голда. Так устал от государственных дел. Приемы всякие. Встречи с послами, министрами, налоги, доходы, расходы, социальная политика. А хочется отдохнуть, побегать в садах, покупаться в Ефрате, да встретиться с женой наконец. А то получается, что женат, как не женат. С этими заботами с женой вижусь по расписанию. Слушай. Прочитай мне что-нибудь интересное. Это скучно. Есть трактат о том, как полезно врать. Надоело уже. Может быть, криминальную хронику? Читай, читай, люблю детективы. Слушайте, недавно в Шашане силами царского чиновника Мордехая был раскрыт преступный заговор. Заговорщики хотели убить царя и устроить в Персии революцию. Преступники задержаны и обезврежены. Слава Аману! Аман тут при чем? Он заговор раскрыл? Нет, Мордехай. Ну а что ему за это дали? Там награду, оклад повысили? Ну, спасибо сказали. Спасибо? За спасение моей жизни спасибо, что-то дешево вы меня цените. А ну-ка, позови ко мне Амана, министра моего. И да, есть кто в приемной? Царица Эстер, моя жена ждет. И ты молчал все это время? Царицу пригласи ко мне. Сам бегом за Мордехаем и Аманом. Бегом! Ну что за народ, а? Этикеты всякие придумали. Ну кто я? Царь или не царь? Эстер, свет моих очей. Я так рад видеть тебя. Ты не представляешь, как скучно быть царем. Этикеты всякие придумали. Дела. Ахашверош, царь мой и муж мой, я пришла проститься с тобой. Проститься? Ты уезжаешь? Куда? Зачем? Почему так? Я хочу умереть вместе со своим народом. Стоп. Какой народ? Какой народ? Зачем умирать с народом? Я еврейка.
Мое настоящее имя Гадаса. Согласно твоему повелению, мы обречены на уничтожение. Я не смогу жить, если мой народ погибнет. Я ничего не понимаю. Вы звали меня, Ваше Величество? Даман, расскажи мне о евреях. Вы помните, я вам рассказывал, говорил про народ, ну, который хотел вас скинуть с престола? Это тот народ, который живет среди народа Персии. Да, вот так. Законов царя они не признают. Да. Поклоняются страшному, кровожадному богу. Да. Убившего младенцев Египта. Да, это евреи. И все, и скоро с ними у нас уже все будет решено. А что ты посоветуешь мне делать с царицей Эстер? Царицей? Mm-hmm. А что, у царицы есть проблемы? Да, я еврейка. Еврейка? Еврейка. А это мой дядя Мордехай, он тоже еврей. Ты хочешь сказать, что этот человек, спасший мне жизнь, хотел меня убить? Что жена, которую люблю как собственную жизнь, моя убийца? Отвечай. Это заговор. Меня подставили, вот свидетели. Меня хотят просто скинуть. Я... Врать надо так нелепо, чтобы это все сразу поверили. И чем нелепее ложь, тем труднее поверить, что это ложь. Да? Ты что-то хочешь сказать? Я удивляюсь. Ваше Величество, о да, у меня есть много чего, что сказать про вашего министра Амана. И потом все записано. Что говорил, кому говорил, когда. Предатель! Я все понял, Маша. Чтобы изменить обстоятельства, надо не бояться менять привычки. Надо трудиться над характером и не бояться рисковать. Я все понял, Маша. Врать не полезно. Но и опасно. Для того, кого ловят на этой лжи, ты арестован. Мой приговор справедлив. Чего хотел другим, будет с тобою. Увидите его с глаз моих. Мордехай. Я здесь, Ваше Величество. Слушай, мне нужны толковые ребята, которые смогут помочь управлять страной. То видел, то Аман, то писарь. Все на одно лицо. Ваше Величество, но ведь я еврей. И моя вера... Если твоя вера делает тебя таким, то я хочу больше знать о твоем Боге. Пошли со мной. So